ЮРГУ предоставляет возможность выпускникам продолжить обучение в ВУЗе. В этом году количество бюджетных мест в магистерских программах увеличилось до 900, а минимальный вступительный балл снизился до 30. Магистратура – это второй уровень образования, и здесь студенты получают другие компетенции, не как в бакалавриате. Все-таки в первую очередь в бакалавриате у нас программы направлены на практику, студентов мы учим в большей степени к эксплуатационной деятельности, если говорить о технических направлениях подготовки. А в магистратуре мы готовим в первую очередь проектировщиков, разработчиков новой техники и технологий, будущих научных работников. К особенностям магистратуры в нашем ВУЗе относится возможность получить военно-учетную специальность во время основного обучения. Факультет военного обучения готовит офицеров запаса по программам танковых войск и войск связи, выпускникам которых присваивается соответствующее воинское звание. Я бы хотел продолжить обучение, получить полное образование, полную, так сказать, стадию его пройти, то есть бакалавриат, магистратура. Также, в частности, я бы хотел получить магистерское образование для того, чтобы закончить военную кафедру ЮРГУ, о которой сегодня нам замечательно рассказали. Для поступления в магистратуру нужно пройти вступительные испытания на конкурсной основе. При этом совершенно не важно, какой вуз закончил абитуриент. При подаче документов достаточно иметь при себе паспорт и подлинник диплома. Подробности и сроки работы приемной комиссии можно узнать на сайте ЮРГУ.